Благоустройство ботанического сада Тверского госуниверситета, поддержка уникального образовательного проекта и ремонт в ДК в Тверской области. С этими темами обратились к депутату Госдумы Владимиру Васильеву жители региона. Личный прием лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме провел в общественной приемной Твери. В нем также приняли участие депутаты Законодательного собрания Тверской городской думы. Подробности прямо сейчас. С вопросом благоустройства и финансирования ботанического сада Тверского госуниверситета обратился к Владимиру Васильеву его директор Юрий Наумцев. Он отметил, что сегодня ситуация в экономическом плане буквально катастрофическая. Ботанический сад находится на самоокупаемости и живет лишь на доходах от входных билетов. Между тем, на территории 2,5 гектара трудится лишь 8 специалистов. О благоустройстве даже не идет и речи, поскольку средств на эти нужды просто-напросто нет. Ботанический сад Тверского университета – это уникальный случай не только для ботсадов России, но и ботсадов мира. В следующем году ему будет исполняться 150 лет. Это единственный случай в мире, когда ботанический сад располагается на рельефе, неизменяемом более 700 лет. То есть мы имеем охранный договор, как историко-культурный памятник, Заворский посад Твери 13-18 веков. Чтобы сохранить и поддерживать жемчужину Тверского края, необходимо приложить совместные усилия и работать сообща. Владимир Васильев поручил проработать своим помощникам вопрос по ремонту пешеходных дорожек. А в Рио ректор Тверского госуниверситета со своей стороны обещал привлекать в процесс большее количество студентов. За поддержкой к депутату Госдумы обратился еще один тверичанин, автор проекта по обучению и повышению квалификации педагогов начальной военной подготовки для преподавания дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины в школах». Сергей разработал и выпустил в тираж образовательное пособие. Сейчас важно получить образовательную лицензию. С этим есть некоторые сложности. Материал вышел в тираж. Министерство обороны материал полностью устроил. Вопрос стал с получением лицензии. С образовательной лицензии, чтобы мы могли выпускать педагогов по данному предмету. Работа в этом направлении, поддержка представителя Тверского региона в Госдуме Владимира Васильева, а также депутатского корпуса региона Тверской городской думы крайне важны и очень актуальны сегодня, отметил депутат Дмитрий Нечаев. Особенно важно, что сегодня этой работой, подготовкой педагогических кадров и работой с детьми занимаются настоящие профессионалы, которые глубоко погружены в этот вопрос, в эту проблему, которые, что называется, не понаслышке, знают самую суть вопроса. Поэтому хочется надеяться, что результаты, конечно, не заставят себя ждать, и подготовка будет именно такой, какой она должна быть. Владимир Васильев активно поддержал инициативу и задумку проекта и обещал рассмотреть этот вопрос на профильном комитете Госдумы. Следующий вопрос – ремонт местного ДК в поселке Березайка. Весной этого года к Владимиру Васильеву обратилась местная активистка, которая рассказала о плохом состоянии ДК. Решение проблемы достаточно быстро нашли. Сейчас в учреждении ведутся ремонтные работы. Готовность объекта 45%. Есть только вопрос с приобретением газового оборудования. Нашли решение сейчас благодаря поддержке Сергея Анатольевича Голубева. Сейчас есть депутатский миллион, который можно туда направить. Вопрос решен. Депутат Тверской гордумы Ян Барышев, который участвовал в личном приеме, отметил оперативность принятых решений. Из маленьких городов или поселков вырастают очень большие люди, которые работают на благо нашей страны. Мы должны им помогать, нашим муниципалитетам. После личного приема депутат Госдумы посетил дошкольные учреждения Твери, а также общежитие Тверского медколледжа. О решениях, которые были приняты, расскажем в следующих выпусках новостей.